Представители крупного бизнеса будут участвовать в работе над основными направлениями деятельности правительства. Об этом заявлено на встрече глав основных системообразующих предприятий с премьером. Обсуждали, какие антикризисные меры могут дать максимальный эффект в нынешний непростой экономический период. Дмитрий Медведев отметил, что при этом важно сохранять рабочие места и регулярно выплачивать зарплату. Одна из тем встречи – изменение налоговой нагрузки для предпринимателей. Правительство не собирается вводить новые налоги и сборы, равно как и повышать ставки по существующим налогам и сборам. Конечно, если будет такая необходимость, мы готовы помогать конкретным предприятиям. И средства на эти цели тоже предусмотрены. Хотя я рассчитываю, что наша совместная работа в рамках плана позволит не только по возможности удержать, что называется, на плаву основные предприятия, которые, собственно, вы и представляете, но и обеспечить условия для их дальнейшего развития.